Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем здравствуйте! Сейчас мы с вами разберемся, как выполнять задание номер 41. Центр симметрии, точка B с координатой 5. Укажите точку, симметричную относительно этого центра точки. А. Точка P с координатой 12. Б. Точка S с координатой минус 3. В. Точка T с координатой 25. Г. Точка Q с координатой минус 38. При центральной симметрии расстояние между точками сохраняется, и они должны быть на одинаковом расстоянии от центра симметрии. Так, центр симметрии у нас точка B с координатой 5. Задание под буквой А. Точка P с координатой 12. Мы должны найти, какое расстояние между этой точкой и между центром симметрии. То есть нужно первым действием от 12 отнять 5. Расстояние между ними 7. Поскольку точка P находится правее от центра симметрии, то есимметричная точка будет левее. То есть мы должны от 5 отнять 7. Как это произойдет? 7 – это значит 5 отрезков и еще 2. Если мы от 5 отнимем 5, будем двигаться влево, затем еще на 2 отрезка. Что мы получаем? 5 минус 5 это 0. И еще 2 отрезка влево получим минус 2. То есть симметричная Е точка P' будет с координатой минус 2. Следующее под буквой B. Здесь точка S с координатой минус 3. Найдем сначала, на каком расстоянии находится она от точки 5. Так, для этого мы должны посчитать. До 0 у нас 3 клеточки. Давайте в клеточках посчитаем. И затем еще до 5 плюс 5 клеточек. Получается, будет всего расстояние 8 клеточек. Или 8 единичных отрезков. Так, теперь у нас точка S была левее от центра симметрии. Значит, симметричная будет правее. То есть мы должны к координате центра пятерки прибавить эти 8 отрезков. Получаем к 5, прибавляем 8, получаем 13. То есть симметричная S' будет с координатой 13. Под буквой V теперь. Посчитаем сначала, какое расстояние от точки Т с координатой 25 до 5. 25 минус 5 – это 20. И теперь мы должны двигаться влево на 20 единичных отрезков. То есть нужно от 5 до 0 дойти. Это 5 отрезков. Да еще уже 5 прошли, и чтобы получить всего 20, нужно еще 15 влево пройти. То есть вот всего 20 ушли влево. То есть попадем как раз в точку минус 15. Поэтому симметричная Т' будет с координатой минус 15. И последняя Г. Точка Q с координатой минус 38. Нужно узнать, какое расстояние. То есть получаем 38 отрезков единичных. Плюс до точки B еще 5 отрезков. Получаем всего 43 единичных отрезка. Это расстояние между точкой Q и центром симметрии B. Чтобы найти, какая точка будет симметричная, нужно в координате центра симметрии прибавить это расстояние 43. Получаем всего 48. Значит, симметрично для точки Q, Q' будет с координатой 48. Задание выполнили. Если вы хотите найти больше видео по другим предметам, подписывайтесь на наш канал и задавайте вопросы в социальных сетях. Желаю удачи!